Татьяна Азольна, известная в сети как Мото Таня, погибла в ДТП в Турции. С блогером простились в Москве и на малой родине. Теперь близкие будут добиваться того, чтобы виновник трагедии понес за это полную ответственность. Сразу после трагедии СМИ писали, что Мото Таня потеряла управление, из-за чего врезалась в фуру. Кто-то утверждал, что Азольна и ее друзья, мотоциклисты Сергей Хардиков и Анур Абуд, выпили перед поездкой, а родные погибшие опровергли эти домыслы. Судя по показаниям, Анур двигался позади Тани. Он резко начал торможение и привел мотоцикл в положение стоя на переднем колесе и врезался в этом положении в хвост мотоцикла Тани. Этому соответствуют характерные повреждения мотоциклов. Целое колесо мотоцикла Анура, оторванная приборная панель и смятый бак. В документе показаний Сергея грузовик не упоминается, говорили родственники. При этом ее бывший муж заверил, что ему уже известны все подробности ДТП. У нас есть полное понимание картины произошедшей аварии, в том числе есть понимание, куда делись все камеры. Поэтому прошу вас не доверять слухам и ложным фактам. Я буду по мере возможности держать вас в курсе ситуации. Спасибо вам большое. Обратился к подписчикам Станислав, бывший супруг Мото Тани.